И в начале происшествия внезапная буря в Хакасии. Сильный ветер и ливень с градом оставил без электричества Абакан, Черногорск и целый ряд поселков. Всего без света оказались 500 частных домов и около 10 пятиэтажек. В интернете уже появилось видео, хлещет дождь, а сильнейшие порывы ветра вырывают с корнем многолетние тополя. Стихия налетела внезапно. К счастью, никто из людей не пострадал. Сейчас ликвидацией последствий занимаются местные власти. Синоптики предупреждают, нас тоже ждет ненастье. Уже на выходных в пригородах Красноярска ожидаются заморозки до минус 2. В городе будет теплее ненамного, всего 2 градуса выше 0.